США выпустили сборник твитов Трампа. В книгу вошло порядка 140 сообщений американского лидера в Твиттер с карикатурами к ним. В США поступил в продажу сборник твитов президента Дональда Трампа, который проиллюстрировал карикатурист Шеннон Уиллер, пишет The Washington Post. Всего в книгу под названием «SHT My President Says» The Illustrated Tweets of Donald G. Трамп, что можно перевести, как вся президентская хайерни. Иллюстрированные твиты Дональда Джона Трампа, вошло порядка 140 карикатур. Новая книга продается в интернет-магазине Amazon. В твердой обложке она стоит $9.16, в электронном виде $7.99. В аннотации к ней написано, что у президента Франклина Делана Рузвельта было радио, у президента Джона Кеннеди телевидение, а у президента Дональда Трампа есть твиттер. На обложке нынешний глава государства изображен маленьким грустным ребенком, сидящим в огромном церемониальном кресле. Художник признался, что вовсе не собирался высмеивать Трампа. Автор сборника считает, что твиты американского лидера позволяют раскрыть и понять особенности его характера, который многие считают непредсказуемым. «Я просто пытался понять и проиллюстрировать образ его мышления», — сказал он. В США открыли музей для твитов Дональда Трампа. Как сообщал корреспондент Net, по данным опроса американцы считают, что Трамп должен удалить свой личный аккаунт в Твиттер. По материалам сайта news.com.